Это такой вопрос. А возможно ли вот у нас в Ачинске аварийная ситуация создалась с мостом через железную дорогу? Порядка 85 метров этот мост, и цена вопроса 86 миллионов. Возможно ли вопрос решить по финансовому в этом году? И всего у нас его выделили 86 миллионов, а нам необходимо порядка 260 миллионов. Объясняю, почему. В Красноярске у нас квадратный метр стоит 80 рублей в городе дороги, а у нас в Ачинске почему-то 12 рублей. Вот такая разница, и мы поэтому как бы попадаем в такое непонятное положение. Но вот в частности по мосту, в общем, тема такая интересная. Можно все движение остановиться, он у нас в городской черте, это не какое-то там идеальное назначение, а городской, а денег, как всегда, нет. Ну давайте мы с Минтрансом отработаем. Вообще у нас, в том числе при поддержке федерального бюджета за последние годы, увеличены расходы именно на ремонт мостов. Это такая целевая задача, которая на федеральном уровне была обозначена буквально несколько лет назад. Вот у нас спланированы объекты в бюджете именно на ремонт аварийных мостов. Давайте я пометил себе работу. Спасибо.